Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами тут Импаут, а мы продолжаем играть в Вальхейм. Я видел ваши просьбы о продолжении этой замечательной игры, и сегодня, так сказать, ваш день настал. А перед просмотром данного ролика не забудьте подписаться на канал и поставить лайк, этим вы меня очень даже поддержите, и этому я всегда рад. Также напишите, пожалуйста, комментарий по данному видео. Ну что ж, всем приятного просмотра. Так. У тебя не влазит уже. Да это скелет просто у меня был. Сейчас еще 2 кило скину. 2 кило. О! Рогуз реп. Нормально. Так. Так это же нам надо будет. А сколько ее надо? Не помню, 5 штук, наверное. А, тогда меняю так. У меня просто место закончилось. А ты ее залутал? На, вот. Ой. Ну давай тогда еще поубиваем. А у тебя есть чем убивать? Нету. Ага. Пошли, положим яйца. Пошли. Только там уже голем где-то ходит. Да хай, блин. Так, там этот замок. Серебро. А, вижу. Ладно, фиг с ним. Вот тут вот лишь бы голема не было. Ну вот он лежит. Ну за что? Вон она. Пошли отсюда. Опа. Нифига себе. Че? Волк? Ага. Вон там еще волки. Один. Один. Я лучше пока так положу. Че, так это? Оно активируется, когда кинешь железо. А, то есть можно все-таки, да? Да. Ну ладно, я уж испугался. Так. Дай стрелы. Давай, вот помню 10 медовухи твои, что еще дальше? 100 огненных.
и 130 таких. И рагу из репы. И... Колбаса. Колбаса, да. Все. Так, ну надо, получается, еще троих драконов положить. Ой, что за фигня? Ты чё? Что, началось? Тролль. Вот очень зря ты сейчас способность активировал, если у такая, тебя... Такая, ёж. Или у тебя другая? У меня ты масса... Ихтюр. У меня масса костей, а ты Ихтюра дал? На Ихтюр, да. Ага. Нифига, ну тут... Медовуху хавал. Я ее захавал. Захавал? Да. Так. Нифига. Так, давай, дамажу. Дамажу. Вместо к мне не подходи. Да не подхожу вроде. А у нее ж пламя не самонаводящееся все-таки. Вот если бы это был моногарм, это было бы реально страшно. Ты, кстати, на новую карту пойдешь? В арке. Так, интересно, а гарпуном я можно загарпунить? Попробуй. Не. Не. Не получается. Так, назад приоритет на огненные. Прячься за камешки какие-то, чтобы тебя не продамажило это. Воу. Фига на кристаллами стрелять. Да. Ну, дамажим. Она големов, надеюсь, не будет призывать. Не-не. А то любят обычно боссы так делать. Она что-то и не такая жесткая. Мне лесной босс как-то более живей показался, или та же масса костей. Так, ныкаемся. Ныкаемся. Я спрятался. Сила. Даже облака, блин, другие стали, нифига себе. Северное сияние аж. Да. Что-то она вроде в меня попала, а урона никакого не было. Ну, может, помогло. Может быть, я в прыжке еще из-за этого. Мелкий дракон прыгает. Мелкого... Подбил. А интересно, вот я огнем стреляю, я одновременно травлю или нет? Ну, потихоньку. А, я же нам еще массу костей дал, поэтому там вообще на урон такие, типа, пофиг.
Так, ты куда спрятался? За камнем. Убить меня пытается. Так, увернулся. А я думал, она будет на своей этой тарелке сидеть. Она, оказывается, летает. Ой-ой-ой. А не, вон, на тарелку пошла. Стамину регеню. Не попал. О-о-о, вот это вот больно было. Без этого-то, без массы костей уже больно. Ну да. Так, мясо, мясо, хпшка. Стамина пока. Что-то я свои цифры урона не вижу, аж по ней стреляю. Все, добил? Да, добил. Забирай. Так, и чё это? Драконья слеза. Да. И башка. И типа у меня сейчас будут новые рецепты, хочешь сказать. Да. Я помню, по-моему... А, мне надо ещё сходить эту бошку повесить. Я помню это... Там печка какая-то новая у меня откроется. Печка и мельница. Только где мне эту печку крафтить? Ну, на базе у себя. Ну ладно, поищу. А что это? Плохое соединение, что ли? В смысле? Ну, у меня значок. Ты у меня тоже, ты у меня тоже в небо полетел. А что за фигня?
Ты вылетел. Оп, вырубился вообще. Сейчас присоединюсь. Я так тогда... закинь этот. Кого? Приглашение. Я тогда сейчас пойду на луга. Голову вешать. Ну, интересный такой босс. А чё на луга? А у меня ж на лугах это тотемы эти. А, призыв, вот этот самый первый у тебя там? Да. Мне там надо голову повесить. Где ты? А я уже ушел в портал. А. Сейчас в еще один портал пойду, который у меня к призывам. Только надо вспомнить, по-моему, Ю. Или не ю. Такс. Убирай мешки. На воде вас всегда ждет попутный ветер. А где ты будешь строить печку? На равнинах. А вот надо подумать, где ее лучше строить. Сейчас. Ну, где остальные печки у тебя? Скорее всего, придется ее, наверное, ставить там, где у меня остальные. Потому что на равнинах у меня пока с печками вообще беда. Одна ж печка стоит у тебя тут. Где? Ну тут, на равнине. Ну стоит. Это мой сарай. Только сарай у меня даже лучше, чем дом выглядит. Ну именно тут. Я тут постарался. Сейчас посмотрю, где там делать. Так, не тут. Таинственная энергия. Это ты мне что дал? То, что у меня лежало? Не знаю. А где ее делать-то? Печку? Да. А, делай в верстаке. Не, у тебя уже когда молот. Выбирай, делай там новый, я должен появиться новый рецепт стройки. А, молот, точно. Так, молот. Стол ремесленника появился. Да.
что у ремесленника. И без него не построишь. Ага. Я понял. А так это ж получается. А получается, я ж его могу и на равнинах поставить. Ну, где хочешь. Он получается, вот этот стол мне сделает мельницу, ту печь еще, да? Да. А, ну так это хорошо. А кто долбится? Я. А... У тебя же не открылась сейчас печка. Печь. Доменная печь нету? Доменной печи нету. Ну, у меня значит, есть стол. Значит, у тебя когда поставишь... Кто-кто? Стол ремесленника только. Да, вот когда ты его поставишь, тогда откроется печка, мельница и ткацкий станок. Ну, я думаю, лучше тогда на равнинах это все дело делать. У меня ж там гоблины, все дела. Ну, давай на равнинах. Так. Такая сейчас ты где, на равнинах же тоже. Ну да. Так. Где у меня там дерево? А, блин, точно. В телеге. Поехали тогда. И он еще будет жужжать, как резанный, да? Кто? Стол этот. Стол? Не. Ты его у себя-то где ставил? Ну, на основной базе. Ладно, допустим, я его поставил здесь. Только тут надо будет пол доделать. А, вот и открылась. Доменная печь. Прялка. Мельница. Весело и обалденно. Угу. Надо мне тут еще пол сделать. Это у меня какое бревно-то. А, по-моему, это у меня цельная, что ли? Древесина. Если цельная, надо будет мне за цельной сходить, потом буду эту штуку тут достраивать. Ну, цельная вроде вот тут есть. Цельная это сосна. Ну вот. А, вот она. Это не это... она, это качественная. Угу. Хотя за цельной я могу сейчас обратно в портал сходить, я же ее фармил. Итак, вот такой вот получился ролик. Подписывайся на канал, ставь лайк, не забывай написать свой комментарий. Всем удачи и всем пока. До скорых встреч.